Ну, одним из самых интересных подразделений МВД является кинологическая служба, где служат не только люди, но и собаки. Каждая служебная собака работает по своему направлению. Есть следовые, есть те, кто ищет наркотики, есть специалисты по поиску взрывчатки. О интересной и непростой работе кинологов нашим корреспондентам рассказал старший инспектор-кинолог Иннокентий Яковлев. Кинолог – не просто профессия, это призвание, зов души. Хороший кинолог чувствует животное, всегда способен предугадать его действия. Кинолог по призванию Иннокентий Яковлев работает в органах внутренних дел с 2004 года. Интерес к кинологии у Иннокентия появился в детстве. В конце это переросло в служебную деятельность и увлечение всей жизни. В Ивано-Бутантайске у меня всегда всю жизнь были свои собаки, были разных пород собаки. Выезжаем на места происшествий. По вызовам о совершенных преступлениях, о местах происшествия, возможных, ну, частенько мы выезжаем по районам, где потерялись люди. Незаменимый напарник Иннокентия – восточноевропейская овчарка по кличке Арис. В 4-месячном возрасте Арис стал собакой розыскного профиля. На счету напарников почти 400 обслуженных вызовов. В течение 2 лет Арис участвовал в раскрытии свыше 20 резонансных преступлений. Кинологи дрессируют собак целыми днями. Эффективная служба животного измеряется 8 годами. В кинологическом центре МВД по республике на службе находится более 40 собак. За каждый прикреплен сотрудник. Собаки в основном европейские немецкие овчарки, лабрадоры. Полицейские недавно в виде эксперимента взяли на службу щенка якутской лайки. Обычный день кинолога начинается с выгула собаки. Если поступает вызов, то кинолог и его четвероногий коллега отправляются на место преступления. Интересного у нас много. Кража с частного дома путем разбития стекла. Украли ноутбук, к примеру. У меня собака доводит до 8-летних детей. И я девочке 8 лет, я не поверил своей собаке. Я подумал, что собака случайно проходящий след взяла. Как выяснилось, что это дети девочки сломали, разбили стекло. Проникли и украли там ноутбук, там, туфли женские, косметику. Сегодня в подразделении работает около 10 специалистов-кинологов. Они раскрывают преступления по горячим следам. Работают с собаками по поиску взрывчатых веществ, наркотиков, ищут без вести пропавших. Благодаря профессионализму и ответственной работе полицейских и их мохнатых коллег, массовые мероприятия в столице проходят без происшествий. Кинологи вносят значительный вклад в дело борьбы с преступностью в республике. Саргалана Федорова, Григорий Хлопков, НВК Саха, Якутск.